Как пояснил инспекторам хозяин дома, в последний раз на своем участке он был 11 сентября. Чтобы согреться, включил обогреватель и, по всей видимости, уезжая в город, забыл его выключить. Предположительной причиной данного пожара является нарушение эксплуатации правил эксплуатации электронагревательных приборов. Был обнаружен масляный обогреватель, включенный на долгое время и оставленный без присмотра. Еще один пожар произошел в садовом товариществе «Ветеран». По словам очевидцев, соседский дом начал гореть около 10 часов вечера. Тамара Колесникова вспоминает, что пламя распространялось очень быстро и за считанные минуты перекинулось на соседнюю постройку. Сначала вот этот горел, вот железная у него крыша, все, вот он горел. А потом уже, потому что ветер был немножечко вот так. Как говорят садоводы, сосед, чей дом начал гореть первым, постоянно держал всех дачников в страхе. Рано или поздно подобное должно было произойти, уверяют люди. Всегда говорили, что добром не кончится. Угу. Они всегда оставляли костер. Мы заходили, тушили. Открытый огонь. Два двухэтажных дома выгорели полностью. Также была вероятность того, что пламя перекинется на дачу, которая расположена через дорогу. По словам соседей, строение отстояли пожарные, которые постоянно поливали его водой. Имущество ни у кого не было застраховано. Сейчас устанавливается материальный ущерб и причины пожара. Предлагаемой причиной пожара является аварийный режим электрооборудования. Хозяин дачного дома собирается подавать в суд на соседа, от которого и пошло возгорание, и потребовать с него всю сумму ущерба. Вера Муратова, Максим Галимзянов, новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.